Всем привет. Меня зовут Полина Накрайникова, я главред лайфхакера. Я ужасно волнуюсь и ужасно рада выступать перед вами, потому что выступать перед региональными журналистами всегда немного волнительно для меня, так как я сама в прошлом региональный журналист. Но обо всем по порядку. Сейчас на слайде вы можете увидеть меня. Но это на случай, если вы здесь не разглядели. А в прошлом я была главным редактором веселого самарского сайта «Большая деревня». Я возглавила этот сайт 21 год. И для тех, кто не знает, а в своем городе в своем роде это был такой аналог The Village для Самарцев это был веселый сайт где мы писали про еду город тусовки какие-то важные события и так далее сейчас этого сайта, к сожалению не существует я возглавляла этот сайт несколько лет после чего перешла в Lifehacker издание о пользе которое читают уже не 25 миллионов а 27 вот немножко у Никиты немножко не свежая информация я пришла в лайфхакер на позицию шеф-редактора, который отвечал за поиск и найм новых сотрудников. И спустя три месяца работы, пройдя испытательный срок, я стала его главным редактором. Так что, кажется, я немного понимаю в медиа и могу чем-то с вами поделиться. Для тех, кто не знает, лайфхакер — это сайт, который пишет на самые-самые самые разные темы. Это могут быть рецепты, у нас огромный раздел с рецептами, это могут быть технологии, это может быть здоровье, образование, развлечение, в общем, самая-самая широкая тематика. И понятно, что когда мы пишем на самую широкую тематику, для самой-самой широкой аудитории, мы неизменно сталкиваемся с тем, что нужно захватывать новые ниши, составлять тексты так, чтобы их захотелось кликать, а после того, как кликнули, захотелось еще и прочитать до конца. И, в общем-то, про это я с вами и поговорю. Зачастую, когда к нам приходят новые авторы, нам пишут такие трогательные письма, что писать всегда было моей мечтой. Я пришел в медиа, потому что я хочу писать, хочу делать а, классный контент. И знаете, я сама пришла в медиа а, с розовыми мечтами делать классный контент, но потом все мои мечты столкнулись а, с довольно жестокой реальностью, что писательство и журналистика скорее похожи на ад, чем на какую-то такую вот фантазийную радугу. И именно про круги этого писательского ада мы с вами и поговорим круг первый, с которым сталкивается любой производитель контента, это всегда выбор темы. Кажется, что с выбором темы знаком каждый из нас, потому что каждый из нас нет-нет, да и составлял какую-то заметку, и все наверняка слышали про такие вот ну, постулаты, знаете, от таких вот прокуренных старых журналистов, что, ну, понятно, собирают три «С», значит, «смех», «секс» и «смерть». Я тоже пришла в лайфхакер с такими мыслями, что сейчас я после регионального издания, как здесь все порву, но оказалось, что а, законы большого медиа работают совсем по-другому. И зачастую те темы, которые как будто бы ну, по-любому выстрелят, не стреляют. И поэтому я решила сыграть с вами в одну игру. Я хочу показать вам несколько статей с замазанными просмотрами. И хотела бы, чтобы вы попробовали угадать, сколько, статьи, а, сколько просмотров собрала статья на эту тему. А, давайте начнем с первого. А, предсказательная такая тема. 35 лет назад фантаст предсказал, что случится в 2019 году. Звучит интересно. Как вы думаете, сколько просмотров у этого текста? Ну а сейчас вот и определим. Давайте так вот. Ну вот просто. Вот увидели такую статью, как вы думаете, популярная и популярная сколько может собрать. Так, хорошо. А, Эта статья опубликована в 2019 году. А, мы будем смотреть просмотры, которые я делал скриншот где-то месяц назад. Вот так. Так, ну давайте. 15 тысяч просмотров. Есть еще какие-то версии? 5 миллионов. Ну давайте посмотрим на результат. Оп. 2 миллиона триста одиннадцать тысяч. Так, ну хорошо, мы с вами определили порядок. Статья на лайфхакере читает больше пяти человек. А, теперь давайте дальше. Секс должно собрать неплохо. А, милая картинка с котиками. Ну, блин, по-моему, комбо. Ваше мнение? Миллион. Так, еще. Десять миллионов. Или десять чего? Десять миллионов. Пятьдесят тысяч. Вы были ближе всех, а этой статьи всего лишь 15 тысяч просмотров. И для меня было большим шоком, что не каждая статья про секс может сработать. И над их подачей, и над их содержанием тоже надо как следует запариться, чтобы читатель, который на самом деле уже довольно сильно присытился в вопросах сексуального образования, все-таки кликнул. Ну хорошо, наверняка многие из вас видели значит, интервью, когда в заголовок выносится какая-то бодренькая цитата. Шеф Константин Ивлев, если вдруг кто-то не знает, от звезда телеканала «Пятница» у него есть там шоу на ножах, где он разносит рестораны. Как вы думаете, сколько собрало интервью со звездой? Близко к сексу. Так, а есть ли какие-то численные предположения? Ну так, навскидку, вас же здесь никто не штрафует за это. Да? 300 тысяч? 300 миллионов? 5 миллионов, хорошо. А то вы немного переоценили нас, хотя, конечно, мы к этому стремимся. Те, кто говорили, что шеф Константин Ивлев близок к сексу, были правы, потому что бодрый заголовок и известная личность принесли нам всего лишь 4 тысячи просмотров. Это совсем капля в море для нашего издания. При том, что на подготовку такого текста, разумеется, мы потратили довольно много времени потому что тогда будет жертвами абьюза, ну, простыми историями девушек, которые были в довольно тяжелых токсичных отношениях. Наверное, они должны жутко проигрывать Константину Ивлеву. Сколько у них просмотров? 8 миллионов, 150 тысяч. На деле всего лишь 10 тысяч, но это в два раза больше, чем Константин Ивлев. Слава богу, у нас читают не такие жесткосердные читатели. Тогда совсем базовый текст, я закрыл свой интернет-магазин, но здесь даже шока никакого нет. Сколько? Тысяча? Три миллиона? Ну, вы прямо это по крупному играете. 78 тысяч просмотров. И напоследок Нитленко. Как приготовить борщ по классическому рецепту? На самом деле абсолютно стандартная статья, то есть там нет никаких секретов, здесь нет никакого бодрого заголовка, здесь довольно стандартная картинка, сколько собрал этот текст. Больше, чем все предыдущие точно. А, есть ли еще версии? Нет версии. Ну хорошо. А, 7 миллионов просмотров. Как вы видите, зачастую наше предположение о том, сколько может собрать тот или иной текст, а именно этим мы занимаемся, когда даем автору тему, зачастую не сбываются. И выбор тем, на мой взгляд, очень сильно похож на русскую рулетку. Да, мы знаем какие-то базовые вещи, но все они могут не сработать в конкретном случае. Если, например, мы не учли аудиторию, не учли особенность темы и так далее, далее этих пунктов может быть довольно много. На мой взгляд, этой русской рулеткой чуть-чуть можно управлять. Наверное, про это управление я сейчас хотела вам немного рассказать. Мне кажется, что вещи, которые я рассказываю, довольно базовые. И всегда, когда я их рассказываю, я чувствую себя немного неловко, потому что, ну блин, кажется, что это все знают. Но потом, когда я читаю 500 новых тестовых на автора, я понимаю, что нет. Это вещи, которые знают не все люди. И именно поэтому поиск авторов зачастую такой сложный. Поэтому давайте поговорим с вами. Если для кого-то это будут очевидные вещи, то мне будет приятно, что вокруг собралось так много людей, которые на одной волне с крупным медиа. А. Давайте сначала расскажу про то, какие бывают темы, потому что именно когда мы понимаем, какие бывают темы и классифицируем их грамотно, то тогда нам гораздо проще управлять ими. Ну, в общем, сначала мы называем предмет, а потом уже взаимодействуем с ним. Понятно, что есть темы, которые существуют совсем недолго время. Например, как эта новость про трагическое дерево, поломанное после посадки Олегом Газмановым. На новостных, на по такому принципу живут все новостные медиа. Это очень круто с той точки зрения, что все темы с ограниченным сроком годности могут принести вам довольно много трафика. Если у вас на сайте нет новостей, то велика вероятность, что вы занимаетесь не медиа, а создаете энциклопедию. На лайфхакере довольно долго была такая проблема, и новости появились у нас в том виде, в котором есть сейчас, всего лишь два года назад. Мы прошли довольно много здесь путей по потому чтобы найти свою аудиторию, свою интонацию, потому что не каждые новости интересны, и не каждые новости интересны конкретно нашему читателю. Но важно, что когда новостей нет, довольно сложно привлечь аудиторию мимолетно, довольно сложно быстро завладеть большим пластом аудитории. Поэтому важно, чтобы на вашем сайте был хотя бы небольшой процент новостей или каких-то инфоповодов, привязанных к хайпу, к чему-то, что обсуждается прямо сейчас. Есть темы сезонные, и хорошо бы ими не пренебрегать. Многие редакции существуют без плана. Ну, вот, то есть, мы пришли: вот что сегодня видим, то и поем. С одной стороны, это хорошо, потому что вы можете захватить большую долю вот этого сиюминутного контента, получить много хайпа. С другой стороны, есть проблема в том, что. Большинство этой аудитории легко приходит и легко уходит, и может и совсем не обязательно будет задерживаться с вами. Поэтому важно иметь какие-то материалы, которые удерживают людей в течение долгого времени. А среднесрочные материалы или сезонные темы как раз хорошо на эту тему работают. Например, вы все знаете, что перед Новым годом люди будут составлять списки новогодних дел или еще хуже итоги года в Инстаграме подбивать. Ну, в общем, мы все с вами сидим в интернете и знаем, о чем говорим. Почему бы не выпустить материал на эту тему? Сезонность, причем, бывает разная. С одной стороны, это может быть отработка каких-то праздников. Ну, там Новый год, 8 марта, яблочный спас. Ладно, яблочный спас это уже дичь. А, вот. а, но это могут быть и менее очевидные вещи. Например, в августе начинается сезон кабачков, и это рыбное время для лайфхакера. Вот такие у меня гастрономические метафоры посыпались. Потому что действительно, в августе всем людям интересно читать про кабачки, так как у нас большой гастрономический раздел, мы получаем довольно много трафика, производя новые и новые рецепты по теме. Или, например, другой неочевидный тоже вопрос сезонности. В течение довольно долгого времени каждую пятницу на лайфхакере бешено стреляла статья «Как делать минет». Видимо, люди освобождались после тяжелой рабочей недели и шли в интернет значит, с одним и тем же вопросом. Наблюдайте за вашей аудиторией. Чем лучше вы отслеживаете какие-то тенденции, тем вероятнее, что вы попадете вот в этот запрос и исполните его. И, наконец, вечно зеленые темы. Здесь я опять привела гастрономический пример. Статью «Как варить сосиски правильно» можно опубликовать в любой день недели, в любой месяц, и она всегда зайдет одинаково и всегда будет пользоваться одинаковым успехом. Хорошо, когда в редакции есть какие-то вечно зеленые статьи. В ваших редакциях, если вы пишете про город, это могут быть какие-то статьи, которые, опять же, актуальны в любое время. Например, «Зачем ехать в Самару?», там «10 достопримечательностей Самары» и так далее, и так далее, и так далее. Хорошо иметь такие статьи, потому что эти статьи рассчитаны на аудиторию, которая будет к вам возвращаться. Этими статьями хорошо затыкать эфир, когда нет бомбезных новостей. Мы все знаем, что в регионах порой нет бомбезных новостей. Поэтому каждый раз, когда вы формируете какую-то, когда вы думаете о формировании аудитории, хорошо бы думать о запасе вечно зеленых тем, которые вы даете в работу авторам. И если это будет даже небольшой процент вашего контента, то вы уже с большей вероятностью обыгрываете конкурентов. Пожалуй, это главный вывод из этого блока. Тема также делится на широкие и узкие. Здесь главный вопрос, который вы должны задать себе, это вопрос, кто ваш читатель. А зачастую, когда в лайфхакер приходят Новый автор, они говорят, блин, надо предложить тему, да? а у вас же все написано, у вас так много статей. Ну, лайфхакеры действительно огромные медиа, которые существуют уже довольно много лет, и мы действительно писали намного много тем. Но здесь вопрос, кто конкретный и конечный потребитель этого контента. Например, как сэкономить деньги при покупках в интернете? Эта статья рассчитана на максимально широкую аудиторию. В этом, с одной стороны, ее плюс. То есть есть большая вероятность, что на нее кликнет как можно больше людей. С другой стороны, есть вероятность, что огромное количество людей не кликнет, потому что эта тема банальная, ее уже видели, или потому что вообще они не покупают в интернете, или потому что они думают, что эта статья не будет интересна конкретно им, потому что они покупают, но только иногда и там на Авито. Это покупка в интернете или это не считается? Ну, короче, каждый раз, когда вы захватываете слишком широкую тему, есть вероятность, что вы напишете текст как бы для всех, но и как бы не для кого. И именно поэтому хорошо бы задумываться о том, кто ваш читатель, и порой не боятся узких тем. Узкая тема — это, например, как сэкономить на путешествии в Австрию. Скорее всего, совсем небольшой процент вашей аудитории путешествует в Австрию, особенно в 2020 году. Но тем не менее, каждый раз, когда вы сужаете аудиторию, понимаете ее запрос, то вы бьете в цель, в ядро. И порой какие-то небольшие ресурсы, которые ориентируются на совсем маленькую, может быть, даже субкультурную аудиторию, стреляют и заходят лучше просто за счет того, что они гораздо лучше знают свою аудиторию и гораздо лучше понимают ее потребности. Я на самом деле на своей шкуре почувствовала, как это классно, когда вы знаете свою аудиторию, потому что в региональном издании я действительно знала свою аудиторию в лицо, я знала этих людей буквально по именам, а по пятницам мы все вместе встречались в одном и том же баре потому что это была очень маленькая аудитория сейчас когда нас читает 27 миллионов человек это очень сложно и нужно понимать что когда аудитория вашего медиа растет то вероятно это не одна аудитория это не просто активные женщины в возрасте от 25 до 35 лет до 35 лет допустим это несколько аудиторий это молодые активные женщины а еще очень консервативные пожилые мужчины и молодые активные мужчины и всем им нужно подогнать какой-то классный контент если у вас есть ресурсы то хорошо бы делать не один большой, не одну большую плошку контента для всех, а небольшие тематические сообщества для каждого. Ба -ба -бам. Вот. Также темы делятся на банальные и небанальные. Банальные темы ⁇ это те, которые вы всегда видите в топе поисковиков, это те темы, которые всегда первыми предлагают начинающие авторы. Ну, в общем, банальные, что с них еще взять? но зачастую авторы почему-то боятся банальных тем и боятся брать такие очевидные вещи, особенно в региональных медиа. Ну вот зачем я буду писать тексты 10 баров Самары, если такие, есть такие тексты уже есть на другом самарском сайте, и зачем про это писать? С другой стороны, возможно, именно ваша подборка будет лучше. И вопрос в том, как именно вы подойдете к теме и за счет чего вы сделаете ваш текст интересным. Если вы делаете лучше конкурентов, эта статья имеет право на жизнь, даже если это очень и очень банальная тема. Например, та же тема похудения, на лайфхакере довольно сильно популярна, но можно зайти через что-то другое, ну, например, через личный опыт. Или, может быть, это могут быть вопросы-ответы для фитнес-эксперта, а может быть, мы вообще сделаем видео или подкаст, что угодно. В общем, если тема банальна, не стоит так уж сильно бояться, стоит искать скорее какой-то ракурс или угол, и после этого вы с большей вероятностью захватите тему, которая заинтересует аудиторию. Ну хорошо, с темой разобраться довольно легко. Дальше обычно на всех тренингах для писателей идет рассказ про то, как выбрать бодрый заголовок. А я всегда говорю, воу-воу, полегче. Потому что после того, как вы определились с темой, хорошо подумать о структуре материала. Еще одна, один предмет моей борьбы с новыми авторами Потому что новые авторы очень любят говорить, а что это, мне нужно план заранее составить? Я вот обычно привык писать, вот я вот как сажусь, как напишу, и прям вот вдохновение. Ну так вот, мой ответ на то, нужно ли придумывать структуру заранее, очевиден, потому что структура помогает вам не запутаться в тексте, уравнять ваши ожидания с редактором, а еще на старте предположить, с какими сложностями вы можете столкнуться. Например, если вы делаете статью «Как ловить карася на удочку», я очень люблю рыбалку, то, вероятно, вам понадобится эксперт какого-то комментария рыбака, список рыб рыбных мест, какие-то особенности поведения карася и так далее, и так далее. От того, каким будет ваш план, будет зависеть конечный текст. Что нужно знать о структуре? Здесь на самом деле не так уж и много. Очень важно определиться с форматом заранее, потому что зачастую, когда приходит новый автор и говорит, я хочу написать про похудение, ты думаешь, класс, пиши. А потом он приносит тебе вообще другой текст, ну то есть как худела Анжелина Джоли. Про похудение? Про похудение. Наш ли это формат? Вообще нет. Поэтому очень важно заранее попробовать накидать какую-то примерную структуру заголовка или просто определиться с форматом. Это будет простой листинг, как, например, 20 коварных ударений, или разбор какого-то конкретного случая с переходом в аналитику. Например, как правило, торты или торты. Но мы -то с вами все знаем правильный ответ. После этого хорошо бы требовать с автора составить план. Редакция лайфхакера славится тем, что наши авторы традиционно водят от того, как выглядят наши планы. Вот пример одного из них: H1, H2, H3 это уровни заголовков. То есть сначала мы узнаем, зачем нужен вакуумный массаж, что это такое, зачем, кому, какие бывают банки. Дальше огромная классификация банок, куда их можно и нельзя ставить и так далее. А, так как мы ориентируемся зачастую на трафик из поиска, мы ожидаем, что приходит человек, который хочет получить ответ на какой-то вопрос, и нам важно дать наиболее полный ответ. Если вы ориентируетесь на трафик из соцсетей или Дзена, возможно, вам не обязательно писать настолько подробный обзор, но важно, чтобы ваш текст был структурным, легко читался и был логичным. И именно для этого и нужен план. Как раз благодаря плану ваши подзаголовки и логика становятся более стройными и понятными. Например, я очень люблю, когда тексты строятся единообразно. Например, все подзаголовки вопросительные. Ну там, кто такой Иван Петров? Куда Иван Петров пошел? Почему Иван Петров такой? И так далее. А вот когда, например, один из них вдруг повествовательный, например, кто такой Иван Петров, а дальше Иван Петров будущее России. Вы кажется, что с этим планом что-то не так, и логика этого текста страдает. Чем проще и логичнее будет выстроен ваш текст, тем вероятнее, что читатель доберется до его конца. И так как ваша задача не просто завлечь читателя, но еще и поработать с ним, сделать так, чтобы он добрался до финала вашего текста, ради чего-то вы же его составляли, не нужно пренебрегать планом и структурой. И именно на этом кругу писательского ада ад, нужно заценить цикличесо и остановиться. Окей. А дальше как раз переходим к заголовку и это последний пункт, о котором я сегодня хочу поговорить, хотя, конечно, это не последний пункт на адском пути писателя, с которыми сталкиваемся мы все. А что стоит знать про заголовки? Заголовки, которые работают, в первую очередь должны быть понятными. Если вы думаете, что это какой-то вот рандомный заголовок, то, к сожалению, нет. Это заголовок сайта Lifehacker. Когда-то кому-то показалось, что будет забавно написать заголовок верти попой. Ну так. Игра, шутка. Этот заголовок собрал очень мало просмотров, сколько у него, там, 325. Но тогда и лайфхакер был поменьше, стоит сказать. Но важно, что этот текст не хочется перепубликовывать в соцсетях. На него плохо реагируют поисковики, потому что, в общем-то, непонятно о чем ваш текст. В эпоху, когда ваша статья конкурирует с вкладкой порно-сайта и смешными гифками с котиками, нужно, чтобы ваш контент привлекал внимание сразу и сразу отвечал на вопрос, зачем это читателю. Поэтому чем понятнее будет заголовок статьи, например, вот как здесь этот материал уже собрал 24 тысячи просмотров, тем вероятнее, что на статью кликнут, и она дойдет до конечной аудитории, до конечного потребителя. Еще хорошо, чтобы заголовок был не перегруженным. Нашла забавную новость на N1, что научные статьи с длинными заголовками цитировали хуже, чем с короткими и понятными простыми заголовками. На то есть несколько причин, в том числе некоторые особенности сугубо научной среды. Но забавно, что зачастую даже в научной среде, такой консервативной, где, казалось бы, не играет никакой роли кликбейт, сиюминутные порывы, даже там аудитория всегда выбирает между заголовком посложнее и попроще. Если она видит что-то более простое и сообщающее какое-то полезное действие, то с большей вероятностью человек кликнет именно на этот заголовок. Такой же принцип действия и в интернете, и в любом медиа, и не стоит этим пренебрегать. Еще бы хорошо, чтобы вы не просто задавали какой-то вопрос, а отвечали на него. Например, когда пользователь видит перед собой заголовок, а вы нашли свой кигай, то он сразу думает, ага, тут сейчас будет какая-то рыхлая аналитическая статья или, не дай бог, колонка. Я помню когда я работала в Самаре, в одном медиа вышла колонка про день туалетов. И вот он назывался «День туалетов. Быть или не быть». Мало того, что меня полностью снесло с этой темы, что вообще кому-то понадобилось написать про этот текст, так еще это был еще и аналитический такой вопросительный разбор кажется, что когда ваша статья не задает вопрос, отвечает, есть вероятность, что вы привлечете не просто поклонников своего таланта или вечных вопросов о жизни, а людей, которые реально хотят решить свою проблему и ради этого они пришли на ваш сайт. Даже если вы не занимаетесь лайфхаками и советами, а просто делаете классный сайт о городе, то хорошо бы придерживаться этого принципа. Опять же, хорошо, когда заголовок сообщает пользу. На Древнем древнем лайфхакере были статьи, например, с заголовками «водонепроницаемая рубашка». Кому и зачем этот заголовок нужен, не знаю. Но даже у этого заголовка на самом деле есть хоть какая-то польза. Мы уже видим что-то непроницаемое, что-то здесь интересное происходит. Есть заголовки, которые работают еще хуже. Я помню, когда-то мы тоже проводили в Самаре тренинг для одной местной газеты, и, значит... Сотрудники этой газеты, редакторы отвели меня в коморку, комнату, где были развешаны плакаты с голыми женщинами и сказали, вот у нас есть такой вопрос, нам нужно вот обсудить, а как вот вы относитесь к игровым заголовкам ну вот в газетах? Я говорю, по-моему, они не работают. Ну как же так? Ну, ведь это же так интересно, это же так здорово. Понимаете, когда вы работаете в печатной прессе, возможно, такой заголовок имеет смысл, потому что на покупку печатки работает в первую очередь обложка. Если обложка выстрелила и завлекла, то какими бы веселыми игровыми сголовками не были все заголовки внутри, это уже не важно. Ваш журнал уже купили, вы уже добились своей цели. В интернете так не работает. Вам нужно бороться за каждого читателя, за каждого потребителя контента. Поэтому если вы сразу завлекаете пользой, водо не, не непроницаемая рубашка, как купить, как продать, как стирать, что угодно, то вы уже идете на шаг впереди конкурентов. Еще хорошо бы работать с поиском. Это уже для редакции на уровень повыше. В Lifehacker есть отдельная команда, которая взаимодействует с поиском. И завтра мы будем проводить третий вебинар для редакции, где будем рассказывать, что и как делать. Но, честно говоря, мы проводим уже третий вебинар на тему, что Нужно учитывать особенности работы самых разных систем, соцсетей, поисковиков и так далее, но писать всегда для людей, потому что, конечно, потребитель контента это всегда аудитория. Ну, вот, то есть, по, вопрос, по запросу модная обувь, осень, зима, выводится и эта, и эта статья. Но вы, как аудитория, скорее всего, кликните на что-то, что, похоже, написано человеком, а не роботом. Это очень важно. И важно придерживаться этого принципа и в дальнейшем. Порой мы намеренно жертвуем каким-то трафиком и думаем, блин, ну, поисковику, наверное, не очень понравится, что мы написали вот так. Но зато аудитория сразу поймет, для кого этот текст. Более того, поисковики стали умнее. Сейчас вот такая вот схема, когда вы просто вбиваете миллион ключей в заголовок, в теории может сработать, но на самом деле совсем не обязательно. Поисковики начали понимать синонимы, начали понимать разные виды словоформ. Пользуйтесь этим, пишите для людей, а не для роботов. Ну и, конечно в хорошем заголовке не должно быть жести с кликбейтом. Кликбейт — это наше все, особенно в регионах, когда мы боремся за каждого читателя и когда мы хотим привлечь их аудиторию. Но вопрос здесь в том, какую аудиторию мы привлекаем. Мы можем привлечь миллион человек, но эти люди легко придут и легко уйдут. А главное не запомнит наш сайт или запомнит его как кликбейтную помойку, где значит, есть какие-то странные развлекательные статьи, а ничего более умного и нет. А все люди любят думать, что они умные, они а просто потребители кликбейта. Есть основания для этого. Поэтому каждый раз, когда вы делаете выбор в пользу кликбейта, понимаете, что вы делаете выбор в пользу заголовков примерно вот такого уровня. А все примеры я взяла с Яндекс.Дзена, потому что порой на этой платформе бывают самые разные заголовки, в том числе, кстати, очень классные, но ну, я привела другие вот пример кликбейта про простой советский черпак и вообще про все простое советское. Яндекс.Дзен почему-то очень любит такие заголовки и порой, когда мы хотим привлечь внимание к нашим рецептам, мы пишем, что это рецепт советского борща. И вроде бы здесь нет никакого кликбейта, потому что действительно в Советском Союзе что-то такое имело место быть, но в целом. Это совсем не обязательно. Или кликбейт про котлеты, которые можно есть губами. Звучит максимально мерзко, на мой взгляд, но тоже вызывает эмоции. И, наконец, классическая кликбейтная формула — шок, вся правда и то таком угодно. Здесь могут быть даже персонажи, которые еще менее интересны, чем Джастин Бибер. Ну, допустим. Все, о чем я сказала, это только начало адского пути автора, и когда вы делаете медиа, вы сталкиваетесь с гораздо большим количеством проблем. После того, как вы написали статью, важно не только завлечь читателя и выстроить грамотную структуру, чтобы он дошел до конца, но и не соврать ему, правильно проверить источники, а еще правильно распространить этот контент в соцсетях, поработать с аудиторией там и вообще не разорить свое медиа после этого всего, после того, как вы выпустили миллион статей, ни одной из которых не привлекла рекламодателей. В общем, проблема на адском пути автора довольно много, но я думаю, что с этого вы можете начать и можете продолжить в дальнейшем. Я здесь сделала три QR-кода и что про них расскажу. Во-первых, у лайфхакера есть бесплатная рассылка про писательское мастерство и «Инициал», и все, что я рассказывала, это часть этой рассылки. Вы также можете подписаться на нее и прочитать другие секреты работы лайфхакера, потому что все, что я рассказываю, это в первую очередь примеры из нашего опыта. Еще у нас есть одноименный телеграм-канал, где мы тоже рассказываем про то, как работаем. И на этой неделе, кстати, выйдет пост про то, как мы работаем с поисковиками и пишем статьи про поиск. Вот, а еще здесь есть ссылка на мой инстаграм Супернакрайникова. Если вы вдруг фоткали или снимали видео, отмечайте, мне будет приятно. Вот, я верю, что в регионах есть довольно много классных авторов, потому что, ну, я же взялась откуда-то, и вы тоже. Вот, я рада выступать сегодня для вас. Спасибо. Полина, это было круто. Друзья, если вам понравилось, то я вам расскажу, что у Полины есть много крутых выступлений. Одно из моих любимых, ну кроме этого, это выступление, которое называется Какой ты покемон. Если вы вобьете в Ютубе какой ты покемон, то предположу, что никто, кроме Полины, так свое выступление не назвал. Мне кажется, Полин, что после сегодняшних слов о рыбалке тебе нужно сделать выступление, тест или там, материал Какой ты карась. Вот там типа стремительный, осторожный и э, все дела. Я с удовольствием послушаю. Друзья, а, кажется, многие из вас даже записывали, и это гигантский успех. Значит, все было не зря. Да, действительно. И будут как минимум записи. А, никто не скажет, что этого выступления не было. Если у вас есть вопросы, то Полина, разумеется, с удовольствием ответит на все из них. Благо у нас есть. Достаточно времени для этого. Так что не стесняйтесь, поднимайте руки вверх. Неужели твой рассказ был настолько исчерпывающий? Что... Я вижу, я вижу. А, вот нет, там вот есть... нет. А, вы спрятались за колонной. Вот это хитрость. Давайте. Добрый день. У меня, знаете, такой вопрос, как от редактора редактору. А как вот вам удается работать с авторами э, в том плане, чтобы вот они э, все эти вещи соблюдали? Э, вот у меня с этим проблема. Вот хотелось бы какой-то лайфхак, вот Пьешь вот их они, полен. Вот, да, то есть вот этот вот, э, грубо говоря, вот этот вот план, э, вот этот вот э, то, как к ними должны быть заголовки, потому что у меня часто получается, что я вот получаю то, что получаю, mm -hmm. и Ток, потом паяльник. работаю с этим сама. А и вот как-то никак не получается именно построить вот эту коммуникацию. Вот, может быть, у вас есть какие-то советы на этот счет? На самом деле не так уж много советов здесь есть. Во-первых, первое, что хочу сказать, я очень понимаю вашу боль. Потому что, когда я работала в региональном издании, я думала, ну блин, ну просто в региональное издание мало людей хотят писать. Наверное, я приду в федеральное медиа, там хотят писать много людей, у меня будет выбор. Блин, нет. Людей хочет писать много, но вы опять смотрите очередное тестовое задание, где значит, приходит тема статьи. Вот я сегодня смотрела, кто виноват в том, что у женщины нет оргазма. И план мужчины, мужчины, и там дальше еще. В общем, и каждый раз вы думаете, ну блин, ну неужели нельзя составить какую-то простую статью? Во-первых, Та методика, которой пользовалась я еще в Бигвилле и пользуюсь сейчас, это жесткий отбор. К нам могут попасть не все. И на старте мне нравилось говорить о том, что мы открыты для всех, пробуйте силы. Мы действительно открыты для всех. Все могут попробовать, но только не факт, что мы вас примем. Потому что Зачастую многие авторы слабы и находятся на совсем начальном уровне. Зачастую авторы просто очень плохо реагируют на правки, потому что, боже, вы поправили мой величайший шедевр. С этим нужно смириться и просто принять для себя, что вы готовы работать не со всеми. Но опять же, в федеральном медиа вы еще можете попределяться, в региональном порой выбора нет, и это я тоже помню. Я думаю, здесь просто важна очень пристальная работа редактора. Зачастую в медиа есть один редактор, дай бог, иногда нет вообще ни одного редактора. И когда есть этот один редактор, мы просто позволяли ему как можно больше отредактировать текст и порой очень подробно работать с авторами. Сам... Я сама, когда начинала, я была максимально неталантливым автором. Ну, то есть я писала очень плохо, и редактор просто брала меня, сажала рядом с собой и говорила, сейчас я буду править твой текст, смотри. И это было очень топорно, это было очень долго, потому что ты два часа смотришь, как на насилуют твой текст, твое вот это сокровище, которое ты из себя выродил. Но это этап, который нужно пройти многим авторам, потому что только тогда он понимает, как какую-то письменную обратную связь, вот здесь я поправил вот так, а здесь вот так, так какую-то устную, чувствует какое-то ваше настроение, какая интонация у издания. Мне помогает вот это. Еще хорошо помогает, когда есть какой-то свод правил, с которыми можно ознакомиться заранее. В лайфхакере есть политика. Мы составили ее и постоянно ее обновляем. Вы можете прям бить в гугле «Политика лайфхакера», она выведется вам там где-то в топе. Спасибо эти правила очень здорово помогают, чтобы не объяснять всем сто раз одно и то же, а если уж и объяснять, то вы просто копируете нужный раздел и присылаете. Это очень упрощает. Но здесь, опять же, есть подводные камни, потому что вот я каждый раз скидываю эту политику, говорю, прочитай, а потом открываю текст и понимаю, не прочитал. И все это повторяется сначала. В общем-то, здесь нет никакого секрета, это просто очень трепетная и вдумчивая работа с автором, которую ты трясешь и постоянно говоришь, ну что, сдал текст, а почему такой? А теперь переписывай, Понятно. ставь источники. И очень жесткий отбор камней. Вот, это два, две вещи, на которых держимся мы. Возможно, в других редакциях по-другому, но пока, когда я общаюсь с другими и спрашиваю, где вы находите авторов, я понимаю, что все работает примерно так же. Поэтому никаких лайфхаков нет. И если вам сложно с авторами, сложно не только вам. Возможно, это немного успокоит. Спасибо. Я бы, может Спасибо. быть, плюсанул советом не переписывать совсем плохие тексты. Вот, по-моему, это как бы главное. По бессмысленности трата редакторского и авторского времени. Ну или там не переписывать совсем плохие тексты одного автора больше одного раза. Вот. Ты ну. говоришь как человек, который может попридираться и повыбирать авторов. А вот у тебя есть вот два плохих автора, и вот они по очереди тебе сдают тексты. Выбор невелик. Но, да. То есть а, чаще всего приходится их тренировать и постепенно делать так, чтобы их тексты были лучше. Зачастую выбора нет. Если есть возможность выбирать, выбирайте. Особенно хорошо использовать, кстати, все ресурсы, потому что медиа зачастую им пренебрегают. Например, в Бигвеле в какой-то момент я настолько отчаялась, что я сама придумала школу для студентов, сама их а, натаскивала, причем не только журфаков, а вообще из всех, искала студенческие медиа раз эти люди решили организоваться и сделать медиа в своем ВУЗе, значит, они, в принципе, хотят писать. Может, они для нас захотят писать. В общем, я искала людей везде, разве что на улицах людей не останавливала и за шкирку не брала, и не тащила в редакцию. Я думаю, что, возможно, вам стоит также посмотреть просто на механизмы поиска и поискать людей где-то еще. Слушай, я вот, ну, раз уж у нас такая заочная дискуссия, я бы поспорил и, может быть, сказал, что если у тебя, не знаю, там, население города семь человек и двое из них у тебя работают, вот, и, значит, двух других ты не найдешь, ну, просто не заставляй их писать сразу тексты, За заставь их писать там совсем короткие заметки, Возможно, совсем да, короткие новости. Выход. Я просто про то, что, ну как бы кажется, что когда вы совсем переписываете чужой текст с нуля, это довольно бессмысленно, потому что вы тратите много времени, это мало помогает человеку, чей текст переписывается. Вот я говорю, особенно если это второй раз. И хорошего текста все равно не получается. Получается, получается в лучшем случае, типа, неплохой такой странный Франкенштейн. И вот поэтому мне кажется, что типа что угодно, кроме вот этого. Ну Про форматы, кстати, классная мысль, потому что я вспомнила еще одну ту же историю из а, Будни Бигвилла, потому что будни Бигвилла кажется очень близки с вашими буднями. У нас был всего лишь один редактор, кроме меня. И зачастую я вообще не успевала редактировать, потому что я носилась. Ну, вот когда ты главред маленькой редакции, у тебя 150 миллионов дел, и все горят. И когда мы понимали, что она просто не успевает отредактировать пласт текстов, мы придумывали простые форматы. И это было таким спасением для нас. Мне всегда казалось, что должны быть классические форматы. Ну, там уж если это не новость, то это обзор ресторана или там прям тест. Оказывается, это может быть простой листинг. Это может быть формат, например, подслушанный, когда вы идете и слушаете, о чем говорят люди, например, на каком-то празднике и записываете какие-то цитатки. Это может быть фотоформат, когда есть много фоток и несколько подписей, которые не нужно редактировать. Это тоже может быть выходом в условиях, когда с авторами дефицита производить контент нужно. Согласна. Знаете, что еще помогает? Искать у авторов коронки. У меня есть история такая одна, довольно любимая. Так получилось, что я ну, там, наблюдал, скажем так, рост карьеры какого-то количества журналистов. И вот, например, коллега Полины, Таня Никитина, которая сейчас командует классным, бодрым, дерзким медиа Burning Хат, Горящая изба ну, когда-то довольно давно приходила ко мне в редакцию стажером, Вот. И я не могу сказать, что Таня писала гениальные тексты с первого дня. В общем, ну, это был такой классический стажерский, там, изначально новостной путь, постепенный и так далее. Вот там, напиши новости, да позвони там трем людям и напиши новости и так далее. И первые опыты больших текстов были, ну, такие, ну, вот на грани совсем переписывания, что прям дало дикий прорыв в какой-то момент. Я очень люблю, когда в редакции все говорят. Вот. Мне кажется, когда редакция молчит, это плохо, я поэтому до сих пор удаленные редакции с трудом понимаю. Но мы выяснили, что Таня главный в мире специалист по Гарри Поттеру. Вот. И первые два классных текста, которые написала Таня, это про там, то, как были устроены школы в Гарри Поттере и там типа пять лайфхаков Гермионы Грейнджер. Вот. И это стало таким классным ключом, когда ты, ну, как получаешь на старте дикую фору за счет темы, бэкграунда и так далее, у тебя проще идет история со структурой и всем остальным, и дальше свой успех ты ну, там, развиваешь в областях какого-то следующего развития. И я вот прям стараюсь у авторов, у которых вижу, искать такие штуки, и это прям помогает, особенно на первых ступенях. Хороший совет, спасибо, спасибо большое. Спасибо вам за вопрос. Друзья, есть ли еще у кого-то вопросы? Ну, точно должны быть. Да, давайте я для скорости дам вам свой микрофон. Спасибо, Светлана, Иркутская. Полина, у меня вопрос такой: как вы оцениваете успешность материала только ли просмотры? На какие метрики ориентируетесь? в основном мы смотрим на просмотры материала, и еще мы оцениваем отдельную успешность материалов в разных соцсетях. У нас сейчас у меня есть такая роскошь, как целый отдел дистрибуции, который каждую неделю подбивает отчеты, и в каждой соцсети вычленяют успешные и неуспешные материалы. Поэтому мы знаем, что порой тексты, которые классно бомбят в Телеграме, вообще не заходят в Инстаграме и наоборот. И исходя из этого, мы в разных соцсетях формируем немножко разный лайфхакер. У нас есть такая роскошь, что на самом деле, когда у вас маленькая медиа, у вас не так уж много соцсетей, в принципе, такую аналитику тоже можно проводить смотрите на переходы из разных мест. Вот. но просмотры это в основном основной критерий успешности материала. Еще мы порой смотрим на источники, потому что это очень важно. У нас есть материалы, созданные с разными целями. Есть материалы, главная цель которых поисковый трафик, если за год они ничего не приносят из поиска, значит с ними что-то пошло не так, и мы проводим какую-то масштабную аналитику. А есть тексты, которые рассчитаны, например, на Яндекс.Зен. Ну, например, читатели лайфхакеров в Яндекс.Зене очень любят мифы обо всем на свете. Ну, например, развенчание мифов о средневековье, пиратах, лайфхаках, фольге. Вот что угодно. Подставьте любое слово. А, такие тексты классно стреляют, но если у этого текста в течение пары дней нет трафика из Facebook и Яндекс.Зена, значит этот текст не сработал и нужно думать, что пошло не так и что можно сделать с ним еще. Зачастую, когда мы делаем какие-то большие материалы, например, то же самое интервью, очень жалко, когда, как в случае с Константином Ивлевым, оно собирает там 4000 просмотров, для нас это мало. И тогда мы начинаем анализировать чтение текста и дочитываемость, ну то есть на каком этапе остановились. Для этого, я помню, одно время использовался сервис-медиатор, а сейчас у нас редактор смотрит в админке, насколько я помню. Вот, есть такая возможность, ну то есть посмотреть, возможно, люди отпугнула какая-то часть текста, и нужно его как-то пересобрать или переделать какой-то подзаголовок, и проблема будет решена. В Бигвилле мы, кстати, вот так делали, я помню, у нас был рекламный пост, каждый Новый год мы делали пост от рекламодателей, значит, 20 подарков для всех на свете. И в какой-то момент мы поняли, что эти посты дочитывают ровно до половины, потому что слишком длинная подборка. На следующий год у нас была подборка с 10 подарками, и была подборка, которую мы пересобирали. Мы выпускали сначала, где было 10 подарков одних сверху, а потом где 10 других. Мы просто пересобирали этот текст и меняли местами. И все рекламодатели оставались довольны, потому что все они получили какую-то свою дозу просмотров. Мы опять же эту статистику предоставляли. Такой метод тоже может работать. Но и сейчас для нас основная метрика ⁇ это просмотры. Спасибо. Еще вопросы, друзья, не стесняйтесь, нам нужны ваши руки. Да, давайте дойду до вас, Мартин. Добрый день. У меня немножко личный вопрос, на самом деле, Полин, к вам, как главному редактору. Скажите, а когда вот эта вот ну регулярная штука наступает, я ничтожество, ничего не получается, все плохо. Вот лично вы как справляетесь с этим? Ой, я никак не справляюсь. Я, как и многие люди, у меня довольно часто возникает синдром самозванца. Во-первых, если вам совсем плохо, то, возможно, есть смысл обратиться к психотерапевту, в этом нет ничего стрёмного. Нет, не такие хардкорные ситуации, я имею в виду регулярные. Понятно. Ну хорошо, но если вдруг у кого-то есть, вы так иногда думаете, нормально это или я совсем псих, вы не совсем псих, нет ничего стрёмного в том, чтобы обратиться за помощью, и порой это здорово помогает мне хорошо помогает, когда я успокаиваюсь, потому что, ну, знаете, это эмоциональный такой порыв, я ничтожество, все плохо, ничего не получилось. Во-первых, нужно сразу понять, что в таком состоянии вы непродуктивны. Ну, то есть вы сейчас подвергаете опасности себя, редакцию и людей, за которых вы отвечаете, как главред, поэтому ваша задача номер один это успокоить себя. Для меня хорошим способом успокоить себя есть какие-то банальные вещи, но, знаете, там распорядок дня, физическая активность, прости господи, медитации и так далее. Но есть вещи которые просто помогают успокоиться в моменте. Например, может быть, это очень тупо, но мне помогает, когда вы просто вспоминаете, ну, штук пять вещей, которыми вы гордитесь. Ну, например, когда я первый раз стала главредом 21 год, мои одногруппницы еще думали, кем пойти, а я уже пошла. Когда я стала второй раз главредом спустя короткий срок работы, у меня вот есть достижения вот там и вот там. Когда вы это проговариваете себе или записываете на листочке, вам становится немного спокойнее. Но я, может быть, конечно, плохой, но не такое уж и ничтожество. Немножко у меня вот есть порохов в проховницах. После этого становится чуть-чуть легче. А, а дальше уже вы постепенно работаете над тем, чтобы это чувство закреплялось. Наверное, помогает что-то такое. Но, опять же, не отбрасывайте психотерапию. Это помогает. И я сама иногда обращаюсь за помощью. Мне кажется, в этом нет ничего стрёмного. Спасибо, Полин. Спасибо вам за вопрос. Спасибо огромное. О, как из рога изобилия. Надо было только начать. Добрый день, меня зовут Татьяна, я из города Балакова. Вопрос такой: главной теме нашего, скажем так, встречи это заголовки. Скажите, пожалуйста, какие заголовки вот именно не заходит, а именно отдаете им предпочтение. Это должен быть короткий, емкий, чтобы он цеплял и человек интересовался, заходил. Или все-таки он должен быть объемный. Некоторые СМИ очень, скажем, грешат тем, что он в три предложения, в три строчки уходит. Как вообще заголовок сформировать так, что он заинтересовал читателя? Пожалуйста. Каким он должен быть по размерам? Слушайте, но тут еще очень много зависит от вашей аудитории, вашего читателя, потому что разные могут быть предпочтения. Например, на сайтах, которые специализируются на лангридах, если вы зайдете на какой-нибудь лангрид «Медузы» или там «Батеньки», там вы встретите как раз и трехсложные заголовки, и всякие разные, потому что там важно заинтересовать читателей, и нужно все козыри текста сразу вот наверх вынести. В случае лайфхакера, когда мы публикуем довольно много, зачастую не самых сложных в производстве материалов, нам важно, чтобы эти материалы отвечали на вопрос пользователя. Это всегда короткий заголовок, это всегда всегда максимально короткое введение, потому что большая часть нашей аудитории приходит из поиска, и важно, чтобы вот человек зашел в поиске, как варить борщ, и встретил там, значит, ответ на свой вопрос, а не длинное введение про историю борща, и что борщ варили еще древние, значит, укры, ну вот это вот все. А здесь очень важно, чтобы вы были максимально конкретны. У нас работает так. При этом, когда мы делаем интервью, мы зачастую делаем какие-то какие, -то, какие -то, как раз детали выносим наверх что-то интересное но здесь опять же важно что вы считаете деталью вот очень любят в регионах особенно почему-то какие-то заголовки в стиле истина в вине двоеточие как выбрать вино вот Зачем нужна первая часть? Есть ли в этом какая-то интересная деталь? Это просто вот автор хочет показать: я вот не дурак, вот что знаю. Ну, мне кажется, что это не очень хорошо работает. И в этот момент вы, конечно, очень здорово поощряете свое эго, но немножко держите читателя за дурака. Если вы выносите какую-то интересную деталь, это должна быть реально интересная деталь, и у вас должна быть какая-то мотивация, почему этот кусок есть вверху текста. Ну, вот, например, у нас был какой-то материал, ну, вот я сейчас так вот пытаюсь вспомнить, вот как выглядит дом истинного фаната пива, 10 фото. Если бы мы просто выглядели, сделали 10 фотографий дома, наверное, было бы не так интересно. Без первой части заголовка он бы не сыграл. Поэтому каждый раз это всегда немного игра, это всегда ориентир на то, что, конечно, вы ориентируетесь на поиск, но вот бы еще и в дзене немножко стрельнуло. Но при этом здесь очень важно не заиграться, потому что иначе вы скатитесь в кликбейтную помойку. Вот. это, мне кажется, самый большой страх. Чаще всего это принимает решение автора и редактора. Так как у нас есть редполитика, в редполитике у нас изложены основные требования к заголовкам. И чаще всего, когда если не знаешь, какой заголовок ставить, ставь простой и короткий. Вот чаще всего так. Если мы не уверены в заголовке, редактор может пойти посоветоваться в часик редакции и сказать: вот, вот так нормально или жестко. Например, у нас была статья, как ус... в общем мы обнаружили, что в поисковиках очень популярен запрос, как усыпить девушку, и у кого-то из редакции была гениальная идея, давайте так и сделаем статью, как усыпить девушку, но ну, посвященную этому и напишем, что это такой популярный запрос, а еще это в поиске будет классно индексироваться. Ну так вот, во-первых, эта статья не будет индексироваться в поиске, потому что конечный потребитель того заголовка который придет на эту статью, отличается от того конечного потребителя, на которого мы рассчитываем. Будет много отказов, значит, статья пустится резко вниз. Во-вторых, это довольно грязная игра с читателем и довольно неприятная. И поэтому мы сделали максимально прямолинейный заголовок, что в интернете много вот таких вот запросов, вот как уберечься. Этот, Этот текст собрал не так уж много просмотров, но я надеюсь, что каждый просмотр, который появился, кого-то немножко уберег. И вот и меня это очень греет душу. Поэтому, возможно, иногда стоит отказываться от всего трафика мира и целиться туда, где есть есть именно ваша аудитория. Но это вопрос к ширине темы. Я, может быть, еще позволю себе двумя очень короткими советами дополнить. Мне кажется, всегда очень полезно после того, как написали текст, не сразу писать заголовок, если нет очевидного варианта, а вот прям не полениться, что-нибудь сделать другое, вот прям пройтись: там я не знаю, чаю выпить, переодеться и так далее. Потому что огромное количество текстов, к сожалению, мне кажется, ну там не собирают в прокате столько, сколько должны, потому что автор типа выложил: а, ну так что это истина в вине, норм, все, а", заколебался с этим текстом. Вот это чудовищная ошибка ее никогда нельзя делать. А еще второе заголовок, который плохо на слух воспринимается, в 90% случаев плохой. Вот. Ну, то есть прям всегда вслух произносите заголовки. Как правило, то, что коряво вот, произнести сложно или звучит коряво, оно и из и заголовок так себе. Вот. Так, давайте, Мартин, я вас увидел. У нас тут еще была где-то, кажется, одна рука. Была? Не было? Не было. Хорошо. Кто-то передумал. Тогда давайте вам. Да, я прошу прощения, просто хотел присоединиться тоже вот э, могу ли я давать советы? Нет, у нас как вообще Я просто да по заголовкам. Дело в том, что в свое время, когда мне начальник поставил впервые э, значит, задачу написать продающий текст, да, он мне принес книгу такого рекламного гуру Дэвида Угилви называется. Он, собственно, так и звучит. Как написать заголовок для продающего текста? Вот я рекомендую его почитать, потому что на самом деле это универсальное правило, как писать заголовки, которые привлекают внимание читателя непосредственно к статье. Вот запишите себе Дэвиду Гилви, как написать текст для, вернее, заголовок для продающего текста и используйте его и в обычных текстах. Вот такой совет. Спасибо. Спасибо вам за совет. Да, а Гилви вообще классный парень. И трубка у него симпатичная. Друзья, давайте поаплодируем Полине Спасибо за... Спасибо вам. Выступления и ответы на вопросы. Полина, у нас для тебя есть супер-мега пакет. Ого. Да, да, да. Можешь в нем даже могу в него нырнуть. спрятаться да. зимой, как бы коротать там э холодные зимние вечера. Спасибо тебе огромное Спасибо за вам это большое. выступление.